Марафон добрых привычек – акция, которую клуб «Инсайт» приурочил ко второму этапу всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Волонтеры раздавали флаеры, объясняли, как бороться с вредными привычками и развивать хорошие. Также добровольцы приглашали всех желающих поиграть и найти среди букв спрятанные слова. Затем во всех объединениях молодежного центра прошли беседы о здоровом образе жизни. Основной упор делали на профилактику наркомании. Суть этой акции – рассказать окружающим, что при, так скажем, преступлении нужно обязательно сообщать. Нельзя ни в коем случае вестись на какие-то уговоры, не поддерживать вредные привычки и соблюдать здоровый образ жизни. Такие акции «Инсайт» проводит каждый месяц. Задействованы в них все участники клуба. София Комкова, одна из активистов «Инсайта», сама ведет здоровый образ жизни и хочет побудить окружающих последовать ее примеру. Это действительно полезно, это несет пользу обществу. Потому что в здоровом обществе здоровая страна, здоровое государство. Здоровый образ жизни, в моем понимании, это здоровое питание, здоровый сон. То есть, когда все в меру, все сбалансировано, когда отсутствуют вредные привычки или они снижены до минимума. Время вынужденного перерыва участники используют, придумывая новые акции и проекты, чтобы приобщить к здоровому образу жизни как можно больше горожан. Екатерина Опенова, Андрей Махмутов, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24».